Добрый день, дорогие друзья. Вечер 26 апреля 2021 год. Набережная Высокого берега в районе маяка. Солнце близится к закату. И хорошая новость в том, что здесь происходит демонтаж, снос торговых точек, которые здесь были еще до недавнего времени, которые были в прошлом году. И вот когда этот снос, этот демонтаж торговых точек начал происходить, сразу стало явно и очевидно, что эти торговые точки здесь на набережной были лишние. То есть, видите, вот там дальше стоят лавочки, урны, абсолютно полезные для большинства людей. И сейчас даже вот в солнечные теплые дни уже сейчас этих лавочек не хватает. И здесь вот этот участок набережной представлял из себя такое сужение, которое не позволяло, как говорится, разгуляться именно здесь, в районе маяка. Но теперь все будет в порядке, теперь это будет демонтировано. И очередной участок набережной будет освобожден от переизбытка торговых точек и будет лучше благоустроен для неспешных пеших прогулок, вот, в том числе и на закате. Поэтому мне кажется, что это изменение весьма-весьма благоприятное. Тем более, если учесть то, что сейчас у нас вся набережная Анапы используется не только для пеших прогулок, но и для катания на самокатах, электросамокатах, на велосипедах, для бега. То есть вот я говорю, и люди иллюстрируют это наглядным образом, да? И теперь вот здесь не будет такого конкретного затора. Хотелось бы, чтобы вся территория набережной была достаточной ширины, чтобы всем, не только пешеходам, но и велосипедистам, и катающимся на электросамокатах, катающимся на каких-то других, там, допустим, на роликах или даже на скейтах, чтобы всем было комфортно пользоваться вот этой классной набережной на морском берегу, любоваться морским простором, дышать свежим морским воздухом. И я надеюсь, что уже в ближайшем будущем анапские чиновники будут продолжать такую хорошую традицию устранения таких узких бутылочных горлышек, так называемых, в инфраструктуре прогулочных территорий непосредственно вдоль моря, чтобы людям было комфортно. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки, поддерживайте наш сюжет, наше видео лайком. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, таким образом будете всегда на связи с вашей любимой Анапой, с любимым Черным морем. Будете всегда узнавать вовремя самые актуальные свежие новости по Анапе. И делайте, пожалуйста, репост в ваших социальных сетях, чтобы как можно больше людей знало, что в этом году на набережной Высокого берега в районе маяка будет гулять комфортнее. Потому что здесь, в этом месте, будет уже пошире. Я надеюсь, что и лавочек прибавится.